Так, ну что, давайте потихоньку продолжать. Ну и на самом деле, давайте начнем новую тему и поговорим немножко про штуку, которая называется сбор данных из внешних источников, в частности, сбор данных с различных сайтов. Ну, кажется, общепринятый термин для этой деятельности это веб-скрэппинг. Иногда используют слово парсинг, хотя слово парсинг имеет некоторое более конкретное значение в компьютер-сайенс. Что это такое? Ну, это такая история, что вот у вас есть какой-то сайт, на нем есть какая-то информация, ну, скажем, я не знаю, допустим, Википедия, да? Вот статья про техасскую резню бензопилой. И здесь есть какая-то информация. Например, мы можем про каждый фильм вытащить информацию, которая содержится вот в этой вот карточке. Ну, конкретно в случае с Википедией сейчас это можно сделать проще. Для этого есть, ну, как бы вот эта вот информация из карточек, она потихоньку переносится в некоторое хранилище под названием Викиданные, некоторую базу данных. Вот. Но довольно часто у вас есть какие-то данные, которые лежат вот так вот в виде отдельных веб-страничек на сайтах. И вы бы хотели бы получить табличку, в которой, ну вот, например, было бы название фильма и вот вся информация, которая здесь приведена. Ну, не обязательно про фильмы, про что угодно. И, конечно, в идеале было бы просто написать скрипт, который бы автоматически бы эту информацию бы скачивал бы с этого сайта. И вот сейчас мы обсудим, как такие скрипты можно делать. Для этого нужно будет немножко поговорить о том, что вообще, как вообще устроена веб-страница, как вообще устроен современный веб. Ну, окей, мы начнем не совсем с современного, потому что современный веб устроен сложно и непонятно. А мы начнем с того, как он был устроен лет 20 назад. Ну и в какой-то мере продолжает быть устроен похожим образом. Значит, самая хорошая вещь, которая есть в вебе, это тот факт, что у любой страницы есть исходный код. Мы его можем посмотреть. Значит, я могу сделать. Сейчас, видимо, мне нужно. А, наверное, видно. Видна страничка, которая открылась с исходным кодом. Вроде бы должна быть. Да, видно. Вот, собственно говоря, я открыл исходный код сейчас той страницы, которая отображается, и он, с одной стороны, выглядит как-то немножко пугающе. В нем есть куча каких-то непонятных штук. А с другой стороны, если присмотреться, то, в общем-то, не так все и страшно. Если эти непонятные штуки пролистать, и долистать до куда-нибудь, скажем, вот до сюда, видно, что на самом деле эта веб-страница, исходный код этой веб-страницы, он представляет собой, ну, в общем-то, это просто текстовый документ, но в этом текстовом документе встречаются вот такие вот какие-то специальные кусочки, они называются тегами, которые делают из, собственно говоря, этого текстового документа как раз размечают этот документ таким образом, чтобы из него можно было бы изготовить, срендерить такую вот страничку. Вот. Ну, например, вот здесь вот видно, что здесь есть просто какие-то фрагменты текста, и вот видно, что здесь где-то встречаются, значит, вот такие вот символы в угловых скобках буквы P и вот такие вот символы в угловых скобках буквы P, только со слэшем. Значит, вот такие вот штуки, они называются тегами HTML, и теги нужны для того, чтобы сказать, что какой-то участок, ну, как бы, что какой-то, в общем, они нужны для того, чтобы выделять какие-то элементы веб-страницы. В данном случае тег P нужен для того, чтобы выделять абзацы, параграф. И, собственно говоря, вот здесь вот мы можем видеть, значит, вот этот тег называется открывающим, а парный ему тег со слэшем называется закрывающим. Вот здесь видно, что как бы вот здесь начался абзац, дальше написан какой-то текст, и вот здесь он закончился. А дальше начался следующий абзац. И тут снова какой-то текст.
Вот. И, соответственно, все, что находится между открывающим тегом и соответствующим закрывающим тегом, является как бы внутренностью этого тега. И, собственно говоря, как мы можем видеть по вот этому примеру, внутри тега может быть текст, а могут быть другие теги. Вот в частности, вот эта вот штука, видите, здесь тоже в угловых скобках написано «а», а потом еще чего-то там. Но так или иначе, вот здесь угловая скобка открылась, вот здесь она закрылась, и мы видим, что значит, вот это вот открывающий тег «а», а вот это соответствующий ему закрывающий тег «а». И здесь внутри этого тега что-то написано. Ну, на самом деле, если мы посмотрим на соответствующий абзац текста, кстати, где он? Фильм был выпущен в октябре. А, вот он. Значит, видно, что вот эта вот часть, которая заключена в тег А, это просто гиперссылка. Вот здесь написано «Американский институт кино», и мы видим, что это ссылка на соответствующую статью в Википедии. Вот. Таким образом, теги могут находиться внутри других тегов. То есть, например, вот этот тег А, он находится внутри вот этого тега П. И это создает такую древовидную структуру в документе. То есть документ выглядит не просто как какой-то поток текста, а как некоторое такое вот дерево. Потому что у нас одни объекты могут быть внутри других объектов. И еще, если мы посмотрим на вот этот тег А, то мы увидим, что у него, помимо, собственно говоря, ну вот тег П устроен очень просто. Открывающая угловая скобка, П, закрывающая угловая скобка. Вот этот тег А, он устроен посложнее. Тут помимо того, что написано, что он тег А, у него еще есть атрибуты, вот этот href, который чему-то там равен, и вот этот title, который тоже чему-то там равен. Вот. И это, в общем-то, более или менее в первом приближении это все описание языка HTML. В первом приближении там можно углубляться дальше, но в целом в языке HTML, на котором написаны веб-страницы, в целом он устроен так. Он состоит из тегов. Внутри тегов могут быть текст, внутри тегов могут быть другие теги. У тегов могут быть атрибуты. Атрибуты — это вот эти вот штуки. Ну, в частности, например, вот этот атрибут href, он показывает, на какую страницу вы перейдете, если кликнете по этой ссылке. Ну и, собственно говоря, все. Дальше возникает такой вопрос. Ну, хорошо. Значит, мы разобрались с тем, что HTML-страница, веб-страница, которую мы видим, это просто какой-то документ, написанный на HTML. Как бы нам теперь это знание использовать? Вот, допустим, я хочу научиться автоматически вот с такой вот страницы вытаскивать, ну, скажем, вот эту вот информацию, которая находится вот здесь, вот в этой табличке. Он называется инфобокс. Ну, во-первых, я могу, значит, вот этот вот инструмент, который я сейчас открыл, который показывает мне исходный код, он позволяет, помимо всего прочего, ткнуть в конкретное место веб-страницы и посмотреть на фрагмент исходного кода, который соответствует именно этому месту. Вот я сейчас открыл это, собственно говоря, вы тоже можете это сделать. Значит, в разных браузерах это может называться немножко по-разному. В Safari это называется инструмент разработчика. Они, кажется, в Safari по умолчанию скрыты, но вы можете зайти в настройки Safari, зайти куда-то, я не помню сейчас, куда-то в Advanced, наверное. Да, в какие-то, значит... Не знаю, как это переводится на русский в локализации Safari. И здесь есть галочка «Показывать меню разработчика». Кажется, в Chrome это меню разработчика доступно по умолчанию. Вы можете попробовать просто тыкнуть в произвольное место на странице и попробовать, там должен быть пункт меню, который, ну, вот у меня он называется «Inspect Element». А у вас он может называться как-нибудь похожим образом, зависит от браузера, от локализации. Или вы можете просто открыть где-то в главном меню, посмотреть, где находится самый инструментарий разработчика,
и он позволяет как раз полностью как бы заглянуть под капот того, что происходит. Что делает браузер, какую страницу он видит и так далее. Вот. И это, конечно, совершенно удивительная вещь. Далеко не во всякой технологии вы можете так легко заглянуть полностью под капот всего, что происходит, и начать разбираться с тем, как оно работает. И в какой-то мере вот такая открытость предопределила успех веба. Если вы 20 лет назад хотели стать веб-разработчиком, создать свою какую-то веб-страницу, веб-сайт, то вы могли просто посмотреть на то, как это сделано на других страницах, и начать делать что-то похожее. Ну, собственно говоря, примерно этим я и занимался 20 лет назад. Вот. Итак, можно посмотреть на конкретное место на этой странице, но дальше хотелось бы написать код, который находит это место. Ну, понятно, что тут нужно на что-то опираться. Мы не можем опираться просто на конкретное... Ну, то есть неправда, что в исходном файле, в исходном коде вот эта вот часть страницы всегда находится там, начиная с какой-то конкретной позиции, там, начиная с 5312 символа. Это, скорее всего, не так, потому что страницы разные, у них разное содержание. И чтобы найти конкретное место, ну, окей, можно было бы действовать каким-то таким методом, изобретать велосипед, пытаться анализировать там символ за символом нашу страницу, искать какие-то символы, которые указывают на то, что вот это вот правильное место и так далее. Но это было бы ужасно, если бы нам приходилось бы это действительно делать, ну, потому что это какая-то сложная и непонятно как решаемая задача. И, к счастью, нам этого не нужно делать, потому что есть специальные библиотеки, которые умеют превращать, как бы читать вот этот самый HTML-код и превращать его в питоновские структуры данных, с которыми можно уже легко работать, к которым можно делать запросы. Ну и, собственно говоря, давайте мы посмотрим, как все это работает. Значит, во-первых, мне понадобится библиотека. Давайте проверим, есть она у меня или нет. Мне понадобится библиотека под названием Beautiful Soap. Сейчас, кажется, она называется BS4 при установке. Да. И давайте я на всякий случай еще проверю. Мне нужна XML, наверное. О. Пригодится. А теперь я могу сделать вот такую штуку. Не спрашивайте меня, почему эта библиотека имеет такое странное название. Но, в общем, я не знаю. Главное, что она работает. Давайте сделаем сейчас какую-нибудь очень простую веб-страницу. Просто сейчас сами напишем. На самом деле, давайте я сделаю from IPython display import HTML. Давайте сделаем какой-нибудь HTML-код. Допустим, что такого сделать? Допустим, я сделаю упорядоченный список. И здесь, внутри этого упорядоченного списка, у меня будут какие-нибудь элементы. Давайте что-нибудь вот в таком роде. Значит, я сейчас пришлю это в чатик. Значит, вот с помощью тройных кавычек я просто создаю такую многострочную строку, которая как бы, ну, это просто строка, которая содержит
себя какое-то количество символов переноса строк. И просто такой способ их записывать. Значит, давайте я это вам пришлю, чтобы оно у вас тоже было. Давайте посмотрим, как этот код будет выглядеть. Значит, если я его просто вот так вот напечатаю, то он отображается просто в виде строки. Поэтому я использую вот эту функцию HTML большими буквами для того, чтобы Юпитер просто не форматировал бы сам эту строчку, а просто бы подсунул бы ее браузеру, и браузер бы ее просто отобразил, как она есть. Ну, собственно говоря, вот видно, что именно это и произошло. Значит, вот это то, как браузер рендерит вот этот код. И, значит, что здесь написано? OL – это тег для создания нумерованного списка. Буква O означает ordered list, упорядоченный список. LE – это list item, LI, соответственно, элемент списка. Он должен находиться внутри этого тега OL. И дальше здесь у меня есть три элемента. И в третьем элементе, ну, в первых двух элементах в них содержится просто текст, one и two, а в третьем содержится текст, а потом содержится тег A. Внутри этого тега A есть свой текст. И потом еще содержится точка. Ну, собственно говоря, видно, что здесь A тоже сделалось ссылкой. То, что находится внутри тега. И давайте теперь попробуем это дело распарсить с помощью библиотеки Beautiful Solve. То есть что я хочу делать? Я хочу получить доступ к вот этому тексту так, ну, вот, я хочу воспринимать его не как текст, а именно как набор тегов, вложенных друг в друга. Ну и давайте мы это сделаем. Значит, я использую библиотеку Beautiful Solve для этого. Просто нужно создать объект Beautiful Soap и скормить ему нашу HTML-ку. Значит, если я просто смотрю на то, что находится внутри этого объекта Soap, то видно, что, в общем, примерно то же самое, что и было, казалось бы. Ну, единственное, что он еще добавил сюда теги HTML и body, ну, это связано с тем фактом, что любая, как бы он считает, что вот то, что мы ему скормили, это какая-то целиковая HTML-страница, а любая HTML-страница должна содержать эти теги. И как бы содержимое любой HTML-страницы, оно находится внутри тега body, который, в свою очередь, находится внутри тега HTML. Ну, и как бы библиотека за нас немножко поправила наш код. Но видно то, что здесь находится внутри этого тега, это вот в точности наш текст. Но замечательное состоит в том, что этот самый объект, который в результате получился, это не строчка. Можно проверить, какой у него тип. Видно, что тип у него Beautiful Soap. Неудивительно, мы его создали с таким конструктором. И у этого объекта есть методы, которых нет у строк. То есть, ну, как вы можете искать какую-то данную в строке? Ну, к строке вы можете обращаться с такими запросами. Типа, выдай мне там, символ, который находится на таком-то месте. Или выдай мне подстроку, которая начинается в таком-то месте и заканчивается в таком-то месте. Или найди мне такое-то слово. Ну, вот к таким запросам можно обращаться к строкам. А к вот этим объектам Beautiful Soap можно обращаться с запросом, типа, найди мне такой-то тег. Ну и, собственно говоря, давайте я покажу, как это делается. Допустим, я говорю, что мне нужно найти тег li. И вот видно, что он мне его находит и возвращает как раз содержимое этого тега. Значит, если посмотреть на тип, возвращаем в объект, тип у него тег. Значит, find возвращает первый тег с заданным именем. Если вы хотите получить не первый тег с заданным именем, вы можете использовать find all, он вам вернет список тегов с заданным именем. Соответственно, таким образом вы можете найти, например, ну, стандартный способ, например, там, найти какой-то заданный по счету тег, это просто найти все, а потом выбрать из этого списка, который у нас получается, выбрать заданный.
Вот, например, я сейчас получил третий LI. Значит, это тоже тег, и я могу внутри этого тега тоже искать те теги, которые находятся в них. Значит, на самом деле здесь, может быть, было бы полезно вот на что посмотреть. Значит, если я просто преобразую вот этот тег в список, то этот список будет состоять, как видите, из трех элементов. Значит, вот эти два элемента, вот такая штука и вот такая штука, они просто строки. Ну, если быть точнее, то, кажется, это не совсем просто строка. Давайте посмотрим. А, нет, может быть и строка. Нет, не строка. Эта штука называется Navigable String. Это штука, которая ведет себя почти как строка. Но там у нее какие-то дополнительные методы есть. Иногда приходится в явной форме конвертировать ее в строку, чтобы получить именно объект типа str. Вот. Но, значит, с практической точки зрения, эта штука похожа на строку. Значит, эта строка, вот эта штука, значит, второй элемент внутри этого тега, это, в свою очередь, тоже тег. Давайте я зафиксирую это. И видно таким образом, что, ну, как бы каждый тег можно воспринимать как такой список, который состоит либо из строчек, либо из других тегов. Значит, здесь, когда обсуждаются такие структуры данных, обычно они воспринимаются как некоторое такое дерево и используются для описания отношений между тегами, используются слова типа «предок-потомок». То есть вот этот тег A, например, он называется потомком вот этого тега LI. То есть можно себе представить такое дерево, в котором вот этот вложенный тег, он является потомком вот этого тега LI. Вот, собственно говоря, это в какой-то мере может вам напомнить задачку про amoeb. Там тоже приходилось делать что-то похожее. Приходилось делать такую деревидную структуру. Но вот здесь это уже не такой шуточный пример, а вполне себе рабочий. Вот. И, как я уже сказал, внутри тега тоже можно искать. То есть, например, если я хочу внутри вот этого тега LI, значит, вот этого найти тег A, то я могу это прекрасным образом сделать. Теперь, значит, это то, что касается вообще навигации по тегам. Ну, по крайней мере, один из способов навигации – искать тег по имени. Не единственный способ. Теперь давайте посмотрим на вот этот тег A. У него есть атрибут href. То есть помимо просто содержимого, у него есть еще атрибут. Значит, вы можете обратиться к атрибуту тега, как если бы этот тег был словарем. То есть вы просто в квадратных скобках пишете название этого атрибута и получаете его содержание. Здесь содержимое атрибута – это всегда честная строка. Тут нет никакой… У вас не может такого быть, что там внутри вот этого атрибута тоже будет какой-то тег. Это всегда обычная честная строка. У нее даже тип сейчас будет str. Вот. Ну и так далее. В общем, в принципе, вот этих вот двух нехитрых операций, ну, в общем-то, хватает для того, чтобы сделать очень много. Ну, давайте попробуем. Давайте какой-нибудь пример приведем. Давайте я сейчас просто вытащу вот эту табличку. Значит, мы потом научимся такую табличку искать прямо внутри документа, но сейчас я для упрощения жизни ее просто вытащу вручную. Кстати, можно ткнуть на любой элемент и получить именно его HTML-код. И вот давайте я это сделаю. Пусть у меня здесь будет. Ну, ладно. Угу.
Ну, чего, зато... Может быть, это не самая простая штука, но зато это какая-то штука вполне себе приближенная к реальности. Давайте я ее немножко подсокращу, чтобы в глазах так не рябило. Допустим, вот так. Да. Так, что-то мне не хотят. Что-то чатик не хочет отправлять весь этот документ. Давайте я его отправлю в двух частях, что тоже не хочет. Что такое-то? Это все равно слишком большое. Что-то у меня перестал работать копипаст в этот чатик. Давайте я в Telegram пришлю. Вот. Ну, собственно говоря, давайте посмотрим на этот код. Во-первых, значит, здесь видно, что здесь есть класс, который... Значит, здесь видно, что есть тег, который называется table, ну и который, собственно говоря, описывает всю табличку. Дальше здесь есть тег, который называется tbody. Ну, собственно говоря, у table могут быть, может быть, еще заголовок, caption. Соответственно, тоже, который является частью таблицы, но не является частью как бы, тела таблицы. Тело таблицы находится внутри вот этого тега tbody. Ну, собственно говоря, HTML полностью игнорирует, значит, игнорирует пробельные символы, если их больше одного. То есть для него, значит, вы можете как-то дополнительно форматировать ваш HTML-код, и это при отображении этого не видно. То есть, например, я могу добавить каких-нибудь отступов, оно будет, эти отступы будут игнорироваться при отображении соответствующей страницы. Но, может быть, позволит чуть-чуть упростить восприятие текста. Вот. Значит, смотрите. Значит, текст tag table, дальше tbody. Значит, дальше вот этот tag tr означает table row. Это строчка таблицы. Значит, таблица в HTML записывается по строкам, и внутри этих терок могут быть ячейки двух типов. Значит, может быть штука, которая называется TD, это просто обычная ячейка, может быть штука, которая называется TH, это заголовочная ячейка. Но, собственно говоря, вот здесь, вот, например, вот эта вот штука, она описана именно как заголовочная ячейка. Или, например, вот эти вот штуки, жанр, режиссер, продюсер, вот эти вот штуки тоже описаны как заголовочные ячейки. Вот эти вот описаны как обычные ячейки. Ну, как правило, как бы предполагается, что таблица, она устроена так же примерно как data frame, в том смысле, что у нее, скорее всего, есть какие-нибудь заголовочные ячейки сверху, есть какие-нибудь заголовочные ячейки слева, которые обозначают название строчек. И... Соответственно, для того, чтобы эти заголовочные ячейки как-то отличать от обычных, используется tag th. Вот. Ну и, собственно говоря, давайте теперь попробуем из вот этой таблички сделать, ну, допустим, честный датафрейм. Это, конечно, можно было бы сделать с помощью стандартной функции pandas, которая это, в принципе, умеет делать. Но давайте попробуем сделать сами. Значит, вот я хочу, чтобы, например, вот эта вот часть таблицы
Да, видите, здесь есть несколько строчек, в которых содержится только одна ячейка. Это, собственно говоря, достигается вот этим атрибутом callSpan. CallSpan означает, что вот эта ячейка, она должна занять не одну колонку, а две колонки. То есть мы таким образом, как бы у нас табличка, предполагается, что в табличке будут две колонки сейчас, но при этом вот эти вот ячейки, которые здесь написаны сверху, они состоят только из, значит, одной колонки, как бы. Ну вот давайте попробуем, давайте смотреть на вот ту часть, в которой есть две колонки. Давайте из вот этой вот части сделаем просто data frame. То есть, например, я хочу, чтобы... Ну, я не знаю, окей, можно сначала даже начать не с data frame, а начать просто с какого-нибудь словаря. Вот я хочу, чтобы у меня было, значит, ключами были бы вот эти вот слова: жанр, режиссер, продюсер, автор сценария, а значениями те строчки, которые здесь написаны справа. Причем, да, одну вещь, которую я не сказал. Смотрите, значит, если у нас есть какой-нибудь тег, ну вот давайте вернемся к предыдущему. Вот, например, я нашел. Значит, вот такую вот штуку. Я могу получить от этого тега как бы строковое представление, то есть убрать все теги и посмотреть, что останется. Это делается вот так, с помощью атрибута текста. Как если бы я просто вот попробовал бы скопировать это в буфер обмена и посмотреть, что получится. То есть такой текстовый содержимое тега. Ну вот давайте вы попробуйте сейчас сами это сделать, потому что используются, в общем, буквально ровно те инструменты, про которые я сейчас говорил. И это хорошее упражнение. Значит, задача. Значит, из таблички table изготовить словарь, у которого ключи первый столбец таблицы, значение второй. Давайте просто скажем, что первые три строчки нужно игнорировать. Не факт, конечно, что они должны быть именно первые три. Давайте я скажу так, может быть, если в строке только одна ячейка, игнорировать такую строку. Вот, наверное, такая задача будет более правильной. Попробуйте это сделать сейчас и пришлите мне, что у вас получается. Значит, здесь нужно будет писать какие-то циклы, потому что у вас все-таки непонятно, сколько строчек. Теоретически, есть могло быть больше строчек. Но в целом вроде бы задача не выглядит сложной и выглядит вполне посильной в качестве первого упражнения по такому веб-скрепингу. Значит, я скажу, что первое, что нужно сделать, это нужно превратить нашу табличку в Beautiful Soap. Вот. Ну, а дальше можно с этим уже возиться. Давайте, я думаю, что можно дать на это минут 10. И присылайте ваш код в личку. Если что-то не получается, спрашивайте.
Так, ну что, получается чего-нибудь? Можете показать, как вы делали, ну, там, чтобы href показывался? Ну, вот этот. Вот так. А, вот в скобочке. Да, как если бы тег был словарем, у которого ключами являются названия атрибутов, а значения, соответственно, значения следующих атрибутов. Но, в принципе, так оно и есть. То есть, как бы смысл вот этой вот структуры с атрибутами – это как раз хранить такую структуру данных, которая фактически является словарем. Ну, правда, обязательно словарем строк. Ключи строки, значения строки. Просто с колспеном так не работает почему-то. Возможно, лишь не так, конечно. Я думаю, должно работать. Давайте посмотрим. Не знаю, у меня работает. Если у вас не работает, покажите ваш код. Да, теперь нормально. Let's find th. А, ну да, нет, ну понятно, что вам нужно найти конкретный тег. То есть важно то, что прежде чем, ну как бы, что атрибуты, они относятся к конкретному тегу. Если вы его не нашли заранее, то, конечно, так не получится. А здесь в том примере было важно, что я сначала вот эту A, я ее нашел именно как, то есть я сделал какой-то запрос к нашему beautiful soap и нашел конкретный тег A. Так, давайте еще вопросы, чего еще не получается. У кого получилось, присылайте в личку ваш код.
Так, ну чего? Как оно? Что-нибудь получается? Ага. Так. Так, пока вижу два решения. Давайте еще. Давайте, можете даже частичный какой-нибудь код мне прислать, я его прокомментирую. Даже если что-то не работает. Ладно, видимо, желающие прислать код закончились. Давайте покажу, чего здесь можно было бы сделать.
Значит, вот у меня моя табличка. Так, я из нее уже сделал beautiful soap. Давайте еще раз посмотрим. Значит, во-первых, ну, понятно, мне сейчас не нужно искать табличку, у меня одна табличка и есть. Но внутри этой таблички я хочу найти все строки. И это я могу сделать вот так, просто сказать «найти все теги tr». Надо сказать, что find all и find, они действительно ищут, ну, то есть они ищут просто соответствующий тег внутри документа. То есть мне не обязательно говорить, что я хочу найти внутри soap тег HTML, внутри тега HTML тег body, внутри тега body тег table и так далее. Я могу просто сказать «найди тег tr». И здесь видно, что у меня есть строки, которые хорошие, есть строки, которые плохие. Хорошие строки – это такие строки, в которых есть th, есть td, и, ну, короче, есть две ячейки. Да, видно, что здесь встречаются строки, в которых есть, например, th, но никакого td нету. И есть такие, в которых есть td, но нет никакого th. Ну, давайте как-нибудь мы это обработаем. Значит, я хочу среди этих терок выбрать. Давайте. Значит, я сделаю цикл. Например, вот такой. Значит, и на самом деле мне нужно, чтобы внутри этого tr обязательно был th. И внутри этого tr обязательно был td. Давайте посмотрим, как это будет работать. Значит, я напомню, что вот здесь я не пишу никакого явного условия, ну, потому что если вы передаете if какой-то объект, ну, значит, дело в том, что если find не может найти какого-то тега, вот, например, я попробую найти тег, допустим, А внутри какой-то строчки, его там нету, тогда эта штука просто возвращает none. И благодаря этому вот в этом if, если нам удается найти соответствующий тег, то мы получаем значение типа true, которое при превращении в булевский тип имеет значение true. И, соответственно, вот так я просто проверяю, что оба тега были найдены, и th, и td. Ну и видно, что это вроде бы действительно то, что мне нужно. Ну и давайте я просто сделаю какую-нибудь такую штуку, значит. А давайте я вот что сделаю. Давайте я с самого начала напишу, что у меня th, это есть tr-find th. Td, это есть tr-find td. Дальше проверю, что никто из них не none. И если это так, давайте я отдельно напечатаю сейчас th td. Ну и давайте я просто возьму текстовое содержимое th и td. Вы, скорее всего, хотели написать if tr and td. Да. Что-то мне все равно не нравится. None type has no attribute text if tr. And td. Так что ли? Нет. Чем не нравится? А, потому что не та же, здесь нужно было писать, а tr. Сейчас. Th и td. Вот. Жанр слэшер. Да, вроде похоже на правду. Единственное, что... Давайте я сделаю стрип, чтобы убрать лишние пробелы и переносы строк. И это вроде бы ровно те данные, которые мне нужны. И давайте я просто их запишу теперь в какой-нибудь словарь. Создаю сначала пустой словарь и теперь просто записываю вот таким образом.
Давайте посмотрим, что получается. С вот этими двумя товарищами тут вышло не совсем красиво, потому что, видите, здесь в разметке между двумя именами двух человек стоит тег бр. Тег бр – это бр от слова break. Это как бы просто перенос строки внутри HTML-кода. И поскольку я просто взял текстовое содержимое, вот этот тег просто был проигнорирован, и поэтому здесь просто ничего нету. Ну, в принципе, я мог бы это тоже учесть, но это потребовало бы каких-то дополнительных усилий. Давайте пока оставим как есть. Вот, в первом приближении задача решилась. Можно было выстраивать какую-то другую логику, но важно, что мы здесь воспользовались одновременно, то есть как бы мы перебрали все TR, и внутри каждого TR мы искали нужные нам теги. Это, в общем, такая довольно традиционная логика. Очень часто ваш поиск информации в HTML-коде, он устроен таким образом, что вы находите какой-то большой объект, который содержит нужные вам данные, потом начинаете внутри этого большого объекта искать какие-то объекты поменьше и так далее. Так до тех пор, пока не найдете ровно то, что вам нужно. Вот. Ну вот, такой пример. Давайте я еще одну вещь покажу. Смотрите, значит, ну вот сейчас мы просто эту HTML-ку мы просто скопировали из настоящей веб-страницы. Ну, понятно, что на практике мы все-таки хотим более автоматическую систему. Мы хотим, чтобы наш питоновский скрипт сам обращался к сайту, сам скачивал эту страницу и дальше ее обрабатывал. Для этого можно использовать еще одну библиотеку, которая называется Requests. Кстати, может быть, она не установлена. Давайте на всякий случай установим. Значит, Requests позволяет делать как раз запросы к сайтам. Ну и самый простой способ – это использовать метод get. И давайте просто обратимся к этой странице в Википедии. Значит, запрос возвращает нам какой-то ответ. Ну вот если мы просто посмотрим на то, что это за ответ, нам выдают что-то вот так, в таком вот стиле. Вот здесь вот это число 200 означает, что все хорошо, запрос увенчался успехом. А мог бы увенчаться неудачей, в этом случае здесь был бы другой код, например, если страница не найдена. Ну вот давайте я как-нибудь сделаю сейчас опечатку какую-нибудь. Вот возвращается response 404, хорошо, всем знакомая ошибка. Страница не найдена. Вот. Ну, соответственно, если запрос увенчался успехом, то вы можете посмотреть на содержимое этой страницы. Оно находится внутри атрибута текст того объекта, который вернулся в результате выполнения этого request get. То есть, в принципе, мы теперь можем с помощью Beautiful Soap этот текст превратить в соуповский объект. И теперь можно уже внутри него что-нибудь искать. Ну, давайте вот мы сейчас автоматически найдем вот эту самую табличку, с которой мы работали. Смотрите, значит, как отличить эту табличку от какой-нибудь другой таблички? Ну, может оказаться, что на странице единственная таблица, это ровно она. Но, в принципе, даже вот на этой странице наверняка есть еще какие-нибудь таблицы. Так, если посмотреть.
Может быть, есть, может быть, нету. Хотя наверняка есть. Наверняка есть какие-нибудь еще. Ну, вот, допустим, вот эти вот, вот этот вот навигатор, это тоже, вот это тоже таблица, скорее всего. Давайте посмотрим. Ну да, тоже таблица. И как бы нам отделить нужную нам таблицу от ненужной? Ну вот, к счастью, довольно часто это можно сделать, потому что в HTML есть разные способы, как веб-разработчик указывает как бы по смыслу, к чему относится тот или иной объект. Но один из способов – это указать класс. В данном случае используется класс Infobox. Ну, как бы это некоторая инструкция о том, что вот эту таблицу нужно… Так, изначально это инструкция для браузера, которая говорит, что вот эту табличку нужно форматировать, отображать на экране определенным образом. Ну, вот там, например, что вот здесь текст должен быть синеньким. Где-то это написано в отдельном файле, который называется CSS-файлом. Вот. И дальше веб-разработчик просто указывает этот класс, чтобы браузеру было понятно, как вот эту табличку верстать. А для нас это хорошо, потому что вот эти вот названия классов, они обычно как бы человеку понятны. То есть если здесь есть табличка с классом Infobox, то, наверное, это, ну, вот это самая информационная карточка. И мы можем искать внутри документа, мы можем искать не только по названию тега, но и можем искать, например, по классу. Значит, для этого нужно сделать вот такую вещь. Значит, один из способов такой. Сказать, что у нас там класс Infobox. Ну и, собственно говоря, видно, что это ровно та самая табличка, которая нам нужна. Здесь, на самом деле, я сделал find all просто для проверки. Но на самом деле вернулся ровно один объект. Поэтому можно было бы сразу написать просто find. Значит, я вот здесь вот после слова класс поставил нижнее подчеркивание. Это связано с тем фактом, что само слово класс является ключевым словом в Python, и поэтому вот так вот написать было бы нельзя. Здесь была бы ошибка к синтаксису. Поэтому разработчики этой библиотеки это учли и разрешили, если вы хотите найти тег с вот таким атрибутом, с вот таким значением атрибута класс, то можно это сделать вот таким образом. Надо сказать, кстати, что вообще говоря, классов может быть несколько у одного тега. Но вот здесь, кажется, так быстро пример не находится, но в принципе возможно, что есть несколько классов, просто разделенных пробелом. Но вот эта штука достаточно умна, чтобы понимать, что Infobox — это просто один из возможных классов. То есть если у тега есть несколько классов, один из которых Infobox, он нам таким образом найдется. Ну и, собственно говоря, теперь можно прицепить это к предыдущему коду. Значит, давайте я скажу, что вот у нас здесь есть такая табличка. И здесь вместо SOAP я просто использую вот эту табличку. О, вроде заработало. Ну и давайте теперь соберем из всего этого прям одну работающую ячейку. И даже, может быть, не ячейку, а просто вот функцию. Get Infobox. Так, давайте посмотрим, как она будет работать. Ну и давайте, интереса ради, подсунем ей какую-нибудь другую страничку.
Давайте посмотрим, давайте подсунем страничку про режиссера этого чудесного фильма. О. Ну что, работает. Тут, правда, начинаются веселые вещи. Да, вот смотрите, видите, здесь, например, между словами даты рождения написано не пробел, а вот эта вот загадочная штука /XA0. Ну, на самом деле, если мы посмотрим, что это такое, да, Unicode, значит, /X это способ задать юникодный символ по своему коду. И можно просто посмотреть, что это такое, Unicode A0. Значит, это неразрывный пробел. Такое бывает, что, ну, как бы, если вы хотите, чтобы у вас вот в этом месте не происходил разрыв строки, то Unicode позволяет вам в этом месте поставить не обычный пробел, а неразрывный. Но когда он встречается в каких-то неожиданных местах, это иногда вызывает проблемы, потому что, например, вы ищете обычный пробел, а тут неразрывный, это другой символ, и вы его не находите. Например, я думаю, что если бы я попробовал бы сплитнуть вот эту штуку, кстати, не знаю, что будет, если я сделаю вот так. Видите, он все-таки понимает, что... Он все-таки понимает, что неразрывный пробел — это пробел, поэтому обычный сплит его... По обычному сплиту он разбивается. Но если бы я сделал вот так, то уже бы ничего бы не разбилось. Вот. В общем, тем не менее, вот что-то мы такое написали. Вот это такой довольно типичный пример кода, который запрашивает какую-то страницу, что-то такое на этой странице находит, и дальше что-то делает с... возвращает это в каком-то более-менее машиночитаемом виде. Вот. Ну, дальше, конечно, хотелось бы сделать что-то более веселое. Например, можно было бы сделать, ну, скажем, я могу захотеть не просто с какой-то конкретной страницы вытащить вот этот инфобокс, а, допустим, пройтись по всем страницам в какой-нибудь категории. Кинорежиссеры США. Ну, вот здесь их сколько-то есть. Теоретически я мог бы написать код, который вот просто идет по каждой из этих ссылок, заходит на соответствующую страницу, вытаскивает эту информацию с этой страницы. Вот. Ну, такое вот довольно часто приходится писать. Дальше могут возникнуть всякие интересные вещи. Дело в том, что не всем сайтам нравится, когда их вот так вот скрепят. Сайты могут этому сопротивляться. Кажется, юридических способов запретить скрэппинг почти нет. То есть, ну, тут надо быть осторожным. Как правило, насколько я понимаю, точно нет никаких запретов на то, чтобы что-нибудь соскрепить там для исследовательских нужд. Но если вы, ну, я не знаю, если вы делаете какую-нибудь компанию, которая, ну, там, грубо говоря, вы решили создать конкурента сайта Циан, и для этого соскрепили весь сайт Циана и просто взяли и скопировали их базу, и вот теперь демонстрируете те же самые предложения, которые есть на Циане. Вот так вот делать нельзя, ну, кроме того, что это нехорошо, это еще и может попадать под нарушение авторских прав, типа на базу данных по российскому законодательству. А, ну, по международному надо смотреть, что там еще бывает. В общем, там могут быть какие-то особенности. Но вроде бы, по крайней мере, я ничего не слышал о том, чтобы кто-то мог бы эффективно юридическими методами запрещать веб-скрэппинг. А вот техническими методами запрещают, и это происходит по-разному. От каких-то довольно наивных способов, которые работают для совсем неподготовленного разработчика, до прям серьезных. Например, есть такая экстремистская организация Meta. Может быть, вы слышали, у нее есть такая социальная сеть Facebook, заблокированная в России.
И вот если попытаться скрепить эту соцсеть, то ничего не получится. Ну, по крайней мере, я не знаю, я сам не пробовал, но несколько лет назад я читал, что это более-менее невозможно, потому что у них, ну, во-первых, там сам себе веб-страница устроена так, что это очень сложно сделать. А во-вторых, они активно защищаются, то есть они пытаются понять, не является ли данный, ну, как бы, когда вы живой человек, и вы обращаетесь к странице, ну, вы там двигаете мышкой, куда-то кликаете, и сайт на самом деле может все это детектировать и понимать, что перед ним живой человек. А когда вы делаете это скриптом, то там мышка не двигается, а просто идет поток запросов, и на стороне сайта, в общем, можно понять, что происходит что-то не то, и вас заблокировать. Вот. Ну, вот с Фейсбуком, кажется, в принципе, его, я не знаю, как скрепить. С другими сайтами иногда удается обходить какие-то ограничения, типа того, что у вас, значит, вы начинаете сайт скрепить, после этого через какой-то там, через там, на второй сотне запросов сайт понимает, что что-то не то происходит, что на него сыпятся запросы с одного и того же IP-адреса и просто блокирует этот IP-адрес. Вот. Дальше возникает всякие интересная история про то, как такие вещи обходить. Вы там устанавливаете какой-нибудь Tor, начинаете менять IP-адрес динамически или подключаетесь с помощью разных прокси. В общем, бывают всякие разные веселые истории. Когда-то мой модельный пример веб-скрепинга, это был скрепинг данных с сайта Центральной избирательной комиссии. Были у нас такие в России выборы, и, значит, было такое упражнение соскрепить сайт ЦИКа. С течением времени ЦИК стал сопротивляться этому скрепингу, вставлять всякие капчи в неожиданных местах. Ну, кажется, добрым людям удавалось это все дело обходить, не знаю, правда, как. Вот. В общем, бывают всякие веселые истории, связанные с таким скрепингом. Но на самом деле, как правило, с исследовательской точки зрения, довольно часто, ну, то есть, окей, есть действительно база, за которой там люди хотят денег и активно защищаются от скрепинга, но довольно часто может представлять исследовательский интерес данные, которые, в общем, никто особо не защищает, но просто никто не озаботился проведением их в такой аккуратный машиночитаемый формат, и можно спокойненько поскрепить. Вот. Ну, вот такая история. Значит, насколько оправданно работать с HTML с помощью регулярных выражений? Значит, что про то, кто такие регулярные выражения, это я еще скажу через какое-то время. Смотрите, если вы хотите реально вот делать вот что-то типа того, что вот мы сейчас сделали с помощью регулярных выражений, то на эту тему есть чудесный вопрос-ответ на Stack Overflow. Значит, я думаю, что сейчас я вам пришлю ссылку на этот вопрос и, главное, на этот ответ. Вот. Ответ, конечно, является произведением искусства, но короткий ответ такой: не нужно этого делать. То есть, если вы реально вышли на уровень строчки, то есть, вот, ну, например, допустим, у вас есть вот, окей, вот, например, у вас есть здесь профессия, да, и вот здесь есть такая строка, которая явно разделена запятыми, и при этом никакими тегами она там, скорее всего, не разделена. Давайте посмотрим, что там у нас было. Давайте я просто сделаю print.
Ну да, видно, что здесь просто эти слова разделены запятыми. Ну окей, нет никакой проблемы, просто воспринимать эту строчку как строчку и разделять ее по запятым или там применить какую-то более сложную регулярку. То есть это в тот момент, когда вы действительно работаете со строками, это нормально. Но если вы хотите с помощью регулярок искать, где начинается тег и где заканчивается тег, и нет, не стоит. Скорее всего, ну, то есть можно написать код, который будет работать, но, скорее всего, это не самый простой способ его написать, и, скорее всего, это будет не самый устойчивый код. То есть вполне возможно, что вы немножко модифицируете вашу страничку, и все сломается. Вот. Так что если хочется достать все ссылки из HTML-кода. Ну, что значит он быстро делает? Если вы хотите просто искать вот такие вот штуки, да, но имейте в виду, что оно может быть написано так, а может быть теоретически написано без кавычек. Например, то есть вот такой вот, вот такая вот штука тоже встречается. Кавычки здесь могут быть вот такие, а могут быть вот такие. Ну, то есть, если вы готовы писать регулярку, которая это сделает, ну окей. Но, честно говоря, я бы сделал бы, если бы мне нужно было бы найти все, значит, все ссылки. Ну, во-первых, я бы просто бы. Окей. Ну, что такое ссылки? Ссылка – это тег А, скорее всего. Да? И, скорее всего, чтобы найти все ссылки, вам достаточно просто сделать вот так. И там, если вы хотите от этих ссылок именно адреса, то вам нужно будет сделать что-нибудь в таком роде. Get, что там, href. Вот. Почти наверняка вот эта штука вернет вам все ссылки, какие есть. И это проще, чем Regex. Еще вопросы? Ну, я думаю, потому что в первом А, дело в том, что А используется не только для того, чтобы сделать ссылку, но и для того, чтобы сделать место, на которое можно ссылаться. Дело в том, что, ну вот смотрите, когда я, допустим, давайте ту же Википедию. Вот когда я кликаю вот сюда вот по содержанию, происходит переход на место на странице. Для того, чтобы объяснить браузеру, что при клике вот по этой ссылке мне нужно перейти на конкретное место на странице, мне нужно вот сюда вот тоже вставить тег А, который будет не тегом, который создает ссылку, а наоборот, который создает якорь. Собственно говоря, А – это сокращение от anchor. Ну и... ну хорошо, здесь может быть и нет А, а здесь она по ID-шнику, наверное, это делает. Ну, неважно. Короче говоря, можно использовать А без href. И, видимо, здесь он именно такой. Ну, собственно говоря, давайте посмотрим. Ну, да, видите, здесь пустой тег А. Этот тег, у него есть просто ID-шка. Это тег, с помощью которого можно, как бы, это место, на которое можно ссылаться. Ну, а никакого href у нее нет. Я, собственно говоря, поэтому здесь и сделал get href. Значит, get работает точно так же, как в словарях. Вот если бы я сделал бы квадратные скобки href, то я получил бы ошибку. Потому что нет, у нас бывают такие ашки, у которых нет href. Я сделал get, и благодаря этому там, где его нет, он мне возвращает просто null. Ну, собственно говоря, если я хочу оставить только... Можно сделать вот так. Теперь осталось только те ссылки, у которых есть href. Вот. А, кажется, я отправил не всем ссылочку на этот Stack Overflow.
Вот. Вот. Еще вопросы?